Ребята, всем привет! Наконец-таки свершилось, мы на Онеге. Вот тут такая уютненькая база. Такие вот домики, как говорит хозяйка в финском стиле. Вот. Ну во сколько? Ну часов 8 в пути у нас получилось. Ну, еще в Петрозаводске долго провели, покупали там продукты. Останавливались поесть, так что как-то более-менее нормально. Вот такие вот у нас тут апартаменты. Пацаны собираются. Ага. Вот такая вот база. В принципе, недорого. Кому надо будет, все скажу. Карельское пиво. Северное пиво Карелии. О. Отведаем? Отведаем, да. Вернемся, а мы... Песенка, отведаем? Песенка. Отведаем? Ребят, еще хочется подчеркнуть вот этот вот респект. Хозяевам есть паста вот в количестве 3 таких вот маленьких тюбиков. Где были, почему-то нигде не встречали, то есть как-то, ну, даже удивлены чуть-чуть были. Ребята, утро у нас. Всем доброе утро. Вон у нас Онега. Сейчас вон уже снежик готов с санками. Как говорится, все вещи кидаем и выдвигаемся. Уставляем вначале постовухи, потом стучим, потом, может, за Хариусом поедем. В общем, еще толком по дальнейшему план не обговорили, но как-то так. Стартанули! Хотя нет. Все, конечно, мы на ней. Красота. Красота. Весь налим наш. Бабки не ходи. Красота! Голова Колюшки идет в бой. На этот раз глубина, конечно, просто немеренная. Глубина, ребят, просто немеренная. Пришло время поставлять флажки. Там на глубине выставили. Еле-еле хватило 30 метров намотано стаух. Я там все нарезал, мне хватит здесь. Вот. Движение пошло. Тут приехали, короче, в бухточку. В еще одну, это третье место. Тут метров 7-10. Вот, но тоже он. Если ставить 15-метровые мои вот эти вот флаги, то вот впритык хватило. Все-таки не 7, побольше. Так, ну он Андрюха тоже выставляет свои флаги. А у тебя сколько намотано? Двадцатка, да? Двадцатка, да. Тут больше 10 у меня осталось, я говорю, метра 3-4, метров 15. Ну вот, потому что я резиновую постовуху, которую там не хватило, там на 25-30 метрах. Я сейчас ее здесь воткнул, там тоже у меня размотало ее там, ну, осталось тоже действительно метров 5, наверное. Вот как-то так. Идем дальше. Красота. Наживочка на налима. Вот первый Хариус Андрюхи.
У меня там 8 или 9 окуней уже. Ну как раз на налиму поставить, нормально будет. Ребят, смотрите, какой малюк попался. Ершовый. Ну чё, поймал, отпусти, козявочник. Свидули. Ну вот, короче, первый налим Серега взял на этот самый, на железяку. Ну вот так вот, начинаем готовить мясо. Почему ты так удивлен? Разжигаем охапку дров. Ну, надо фоткаться, память такая. Вот, ребят, поставили. Не помните? Начинаем приготовление уже. На двух решетках. Первый раз так делаем. Да, слушай, такой здоровый такой плод. Что-то есть. Да не, чуть-чуть есть немножко. Нормально. Нет, ты говоришь, она нормально перевернули, смотри, она уже такое. Вот у нас такая вот история. Сейчас попробуем. Блин, у тебя такой запах вообще нереальный, да, просто. Тут хороший кусок сейчас попался из этого уже. Давайте, да? За баранину. Да. Ребят, всем привет. Доставили вот нас на место. Второй день, короче, начался у нас. Но ни одного флажка не видно. Сработанного. Посмотрим, что по старухе, но как-то пока совсем немного обещающе. Сейчас оп, старайся. Окунь, окунь. А там окунь. Опа! Ну вот такой, с почином. Вот такая вот история. На окуня взял. На окуня. Школота. Проспорил. Зуб проспорил. Я говорил, что я. Так, все. Второй красавчик. Ребятушки, смотрите, кого отпускать будем на этот раз. Хопаньки, поймал, отпусти с маленьким хариусочком. Давай, дружбан, гуляй, Вася. Хоп. О, здесь сидит. Побольше, чем те. У меня тоже. Сейчас я к тебе подойду, Андрюх. Так. Не сказал бы, что прям большой, но... явно больше. Ну, вот такая уже полторашечка точно есть. Ну, как-то так уже неплохо. Вот такой вот красавчик. Друзья, попался. На корь. Ты вытащил сразу же. Андрюха в это же время крикнул, что у него тоже сидит. Соответственно, сделал паузу, я... редкие случаи, но ну, там ну, в любом побольше тоже, чем те два малыша для этих мест. Ну, более-менее нормальный. Такой, кстати, вроде более-менее лояльный. Ну да, сопротивляется. Налима,
конечно, сорвать только Макс сможет. Я только надеюсь, что процентов 98 на то, что его поймаем в деревне. Они его срывались? Ну вот мы когда в этих самых, в речушке там ловили, у него прямо возле берега сошел, на эти постовухи. Ну побольше, чем твой предыдущий. Возможно, вот как вот тот. Полторашка, я думаю, есть. Может, что гадать. Сейчас увидим. О! Килограмм скопил. Да, 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 да. Хорошенький. Ну, как-то так. Зачет. Да. И отцепить вроде не сложно. Вот результат за утро. Вот более-менее, конечно, нормально, но... Еще не все проверили. Ну, да. Вот, ну, пока мы ходили смотреть, вот Макс такого хорька цапнул. Грамм на 500, как минимум. Ну, может быть, там от 400 до 600, вот так вот. Хороший, добренький. Ага. Вот, так что сегодня отведаем. И всё. Окуня немного. Ну, это да, окунем никого не удивишь. Вот. Короче, рыба есть. Ребят, ну что, ну, дневная рыбалка подошла у нас к концу. Сейчас поедем проверять те жерлицы, которые у нас возле базы стояли. Мы мимо них проехали, нас сразу же сюда закинули, и мы тут шоркались. Вот, как-то так. Ну и, соответственно, здесь там перенасадили. Все сделали, надежда на завтрашнее утро. Вот. Ну, и сегодня приедем, пожарим на Лима с Хариусом. Ну, как бы все отлично, вообще все хорошо. Ребят, ну у нас вот как-то так. Вчера мясо, сейчас рыба. Там что вчерашнее мясо осталось. Ну это так, видимо, никто не притронется. Все, садимся. Так, ребят, доброе утро. Сегодня наш крайний день на Онеге. Подошел к концу наш отдых. Приехали проверять первые постовухи и жерлицы. Как обычно, флагов загоревшихся нет. Будем доставаться, короче. И пойдем на глубину, где вчера были результаты. Ну что, прощай, Онега. До скорых встреч. Увидимся в следующем году.